Доброго времени суток, уважаемые гости моего канала. Сегодня мы с вами будем делать овощное рагу. Овощное рагу в мультиварке. Лето, жарко, и стоять долгое время у плиты – это очень проблематично. Мультиварка в это время нас выручает. Итак, приступим. Для приготовления овощного рагу нам понадобится 2 баклажанчика маленькие, 2 маленького кабачка, 2 помидорки, луковица, репчатый лук, вот у меня уже очищенная морковка, сладкий перец, такой вот у нас, 3 картошины, раз, два и 3. Третий картошка. Маленький кочанчик капустки, но у меня половиночка нужна такого кочанчика капустки. Молодая капуста. Вот, где-то половинка. Ой, все у меня упало. И 2 зубчика чеснока. Ну, в принципе, по желанию. Кто любит поострее, там можно и 3 добавить. Кто не очень, можно и 1. Итак, мы с вами мультиварку на режим выпечка. Время приготовления 60 минут. Старт. Пока у нас мультиварка прогревается, мы добавляем в мультиварку 2 столовые ложки подсолнечного масла. Ой. Добавили. Масло греется. Мы начинаем резать лук. Так вот. Быстренько. Сложили. Мы его режем не кольцами, не полукольцами, а вот именно такие небольшие кусочки, как квадратики. И отправляем порезанный лук в мультиварку. И закрываем мультиварку. Пока наш лук жарится, мы начинаем тереть морковку. Вот пока мы с вами терли морковку, лук у нас стал такой прозрачный, немножечко золотистого цвета, чуть-чуть. И это говорит о том, что нам пора добавлять морковь. Добавляем морковочку, все перемешиваем. Перемешали и закрываем. Мультиварка готовит дальше сама. Пока наш морковочка с лучком жарится, мы почистили кабачки и начинаем их резать. Кабачки у меня молоденькие, поэтому я сердцевинку не вынимаю. Вот так вот пополам разрезала, даже на 4 части вдоль. А теперь вот так вот режем поперек. Ну, такие вот, если там неровно, можно поправить. И начинаем резать на такие вот кубики.
Ну и по мере того, как мы нарезали всю эту красоту, отправляем в мультиварку. Сейчас я дорежу и покажу вам, что у нас получается. Вот мы порезали и всю эту красоту отправляем в мультиварку. И перемешали. Закрыли. А сами начинаем готовить баклажаны. Так, я вот баклажанчики уже почистила. И режем их, да? Режем их точно так же. Сначала вдоль. На 4 части порезала. Вперёд. Вернее, сейчас еще раз вдоль. И вот так. Такие кубики. Сложим на тарелочку. Баклажанчики. И также отправляем их в мультиварку. Перемешали. И закрыли. У нас с вами в мультиварке лук, морковка, кабачки, баклажаны. Теперь пришла очередь картошки. Картошку мы с вами почистили. Ну, вот я почистила. Вы не знаю, успели или нет. Дальше мы с вами также на такие же кусочки, квадратики, будем резать картошку. Все такими кубиками получается. Картошечку мы с вами порезали. Также отправляем в мультиварку. Эту красоту мы сейчас перемешаем. Обратите внимание, там у нас уже сок начинает давать сок. И поэтому никакой воды мы в рагу не добавляем. Закрываем. И начинаем дальше резать помидоры. Прежде чем резать помидорки, нам их необходимо почистить. Я вот так сердцевинку выну. И начинаем чистить. И тоже так вот их режем. Еще раз перемешиваем. Закрываем. И все это дальше у нас тушится. Мультиварка наша готовит. А мы продолжаем нарезать овощи. Вторую часть. Ну и также режем перчик. Сначала на полосочки.
такие квадратики. Значит, перчик мы с вами порезали. И также отправляем его в мультиварку. Вот такая красота. Видно, что у нас уже много там сока. И добавляем перчик. Перец добавили, еще раз перемешали. И остается у нас всего ничего. Остается порезать капусту и добавить чуть-чуть чеснока. Так приступаем, все закрываем и начинаем резать капусту. Вилочек капусты у меня был маленький, я его разделила на три части. Ну, посмотрим, хватит ли нам двух частей или мы добавим чуть побольше. Так, также мы делим на полосочки. Переворачиваем. Сейчас я тут дорежу. Потом мы переворачиваем. Или вот такими полосочками можно. И опять режем такие небольшие квадратики. Половинка маленького кочанчика капусты мы порезали и будем отправлять в мультиварку. Тарта у нас кипит, все тушится, все варится, и мы добавляем туда капусту. Это, в общем-то, последнее, что мы будем туда добавлять. Все перемешиваем. И вот теперь мы солим. Столовую ложку соли и посыпаем. И еще раз перемешиваем. Закрываем. Пока наше рагу тушится, мы готовим чеснок. Значит, ну, чеснок можно сделать, конечно, через чесночную давилку, но я как-то люблю больше таким старым способом. Да, то есть мы вот так миленько нарезаем. Чем мельче, тем лучше. Вот пропищала наша мультиварка, тушились овощи, готовились. Овощи ровно час.